Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Фитнес и сфера досуга детей объединяются, чтобы вместе добиваться полноценного открытия. В ВТПП состоялись встречи с представителями этих сфер. Предприятия до сих пор не работают в полной мере. Представители спорта не понимают, чем запрещенные пока групповые занятия опаснее поездок в общественном транспорте. А детские центры не могут открыть развивающие курсы с небольшими группами, хотя детские сады работают и принимают гораздо больше детей. Бизнесмены планируют собрать аргументы в пользу открытия и через ВТПП направить властям. Ранее на площадке палаты были подписаны декларации о соблюдении санитарных требований представителями торговых центров и общепита. Отчасти благодаря наличию таких документов открытие этих сфер стало возможным. Палата теперь проверяет, как предприятия выполняют свои обязательства. Специальная комиссия посещает организации и изучает условия приема клиентов. Программа «Экономика». Бизнес может пожаловаться в прокуратуру на невозможность получить господдержку. До конца июля с 9 до 18 часов каждый день в органах прокуратуры Кировской области принимают сообщения по вопросам соблюдения прав предпринимателей, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Можно сообщать о фактах незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, о проверках со стороны надзорных органов, отказах в господдержке, а также обращаться за консультацией. Телефон 64-66-40. Напомню, что учредители ряда кировских СМИ написали обращение к властям с просьбой помочь получить субсидии на выплату зарплат, которые государство обещает предприятиям, включенным в список пострадавших отраслей из-за коронавируса. Из-за неоднократных отказов налоговой ряд СМИ никак не может получить господдержку. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Покупки вещей первой необходимости остановить не смог даже карантин. Телефоны, бытовая техника, одежда, обувь – все это требуется людям в любых условиях. Бывает, что у товара обнаруживаются изъяны. Стоит ли пытаться его возвращать и как это сделать быстрее всего? Ответят в Кировском региональном экспертно-оценочном центре. Там при помощи специального оборудования проведут досудебную экспертизу товара и определяют причины возникновения недостатков и оценят перспективы жалоб, рассказывает эксперт Кировского регионального экспертно-оценочного центра Екатерина Нечипорук. Обращаются клиенты в частном порядке для проведения досудебной экспертизы. Это в том случае, когда, например, магазин им отказал. Сторона магазина, они не увидели недостаток. Это может быть обувь, может быть верхняя одежда, телефоны часто приносят. Спустя какое-то время человек звонит и сообщает результат. Вернули деньги за, например, кроссовки за 10 тысяч и вернули деньги за экспертизу полностью. Для меня, наверное, это самая лучшая награда. Товары, купленные через интернет, тоже можно вернуть, напоминают эксперты. Обратиться к ним можно дистанционно, кстати, заботясь о здоровье своем и окружающих. Кировский региональный экспертно-оценочный центр, Орловская, 52, сайт creots.ru. Экономика. Но в завершение о валютах. Доллар сегодня 71.34, евро 80.56. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.